Как сообщает наш специальный корреспондент, 18 января президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марашем Шефчовичем. На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Европейским союзом в энергетическом секторе. Состоялось обсуждение планов, связанных с проектами «Южный газовый коридор», «ТАНАП» и «ТАП», а также ионно-адриатическим трубопроводом. Было отмечено, что в следующем месяце в Баку планируется проведение очередной встречи министров в рамках консультативного совета «Южного газового коридора». Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с финансированием проектов ТАП, ТАНАП и Шахтанис.